Стаи туч зависли над Алматы. Вот уже несколько дней горожане не могут выйти на улицу без зонта. Сегодня в городе выпал мокрый снег, температура упала до плюс 3 градусов. И так будет еще несколько суток. Какая погода ждет нас этой осенью, расскажет Ажар Оразбай. В Алматы выпал мокрый снег, температура воздуха упала до плюс 3 градусов. Облачная погода и осадки сохранялись в течение всего дня. По словам синоптиков, дождь в ближайшие сутки прекратится, но холодная погода сохранится до следующей недели. Ночная температура будет в пределах 5 градусов тепла, а местами опустится до минуса. Такое похолодание уже было и в сентябре. Днем завтра и послезавтра прогреется всего от 5 до 13 градусов. В дальнейшем мы ожидаем, что конец этой недели и первая половина следующей недели погода будет преимущественно без осадков. И начнется постепенное повышение температуры. Ночная температура уже в середине следующей недели поднимется до 2-7 градусов тепла. Специалисты отмечают, что этот месяц выдался дождливым. В октябре у нас норма осадков для города Алматы – это 56 миллиметров. Уже за вот эти дни выпало в Алмате 68 миллиметров, больше нормы. Для Талдыкургана норма 40 миллиметров, уже выпало 48 миллиметров. По предварительному прогнозу погоды на ноябрь средняя температура месяца будет выше климатической нормы на 1-2 градуса тепла. Осадки ожидаются в пределах нормы от 40 до 60 миллиметров. Ажар Оразбай, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы.